Бегемотика звали Топ. Он был очень застенчивый, может быть, потому, что жил на самом краю земли. Он жил один-одинешенек и мечтал, чтобы к нему пришел гость. А если это окажется просто прохожий, Топ давно уже приготовил слова. А уж не ко мне ли в гости вы идете? Но ему не везло. Никто не приходил в гости. Тутти, так звали котенка, шел, куда глаза глядят. У него не было дома, и больше всего на свете ему хотелось, чтобы кто-нибудь позвал его в гости. Но никому и никогда он бы в этом не признался, потому что Тутти был очень гордый. Вы, кажется, что-то сказали. Да, конечно, да. То есть я хотел спросить, а уж не ко мне ли в гости вы спешите? Я совсем не спешу. То есть спешу, конечно, но не к вам, а по важному делу. По важному делу? А в гости не знаю. Но если вы очень приглашаете... Очень, очень. Я ужасно рад. Я просто счастлив пригласить вас. Как хорошо здесь. Как вкусно! Никогда не думал, что гость в доме – это так грустно. Ведь гость уйдет, и я снова останусь один. Ну, мне пора. А у вас... очень важное дело. Конечно, очень. Ужасно важное. А впрочем, не очень. Даже вовсе нет. Тогда оставайся. Будем жить вместе. Это будет наш дом. Наш? Угу. Мой дом? Угу. Ура! Это мы уберем. Это мы передвинем. Вот так будет лучше. Но это мы выбросим. Нет, нет. Ведь это... И это обыкновенная колючка. Это не обыкновенный цветок, а когда он... распустится. Ой, я же забыл полить его. Так тебе обрадовался. Ладно уж, пусть твоя колючка остается. А, такой ветер, я даже упал. Ой, видишь, упал. Грязи приволок. И ради чего? Но это же белая звездочка. Цветок, который светится в темноте. Тебя кто-то просил за ним ухаживать?
Никто. Ну, может, поручал кто-то? Да нет, никто не поручал. А вдруг кто-нибудь заблудится и потеряется ночью? А тут вот она, наша звездочка. Он обрадуется и найдется. Кто найдется? Кто в такую даль потащится? Ты что, забыл, что наш дом стоит на краю земли? Все равно. Мне так спокойнее. Смотри, смотри. Ты слышал? Придумалась. Вдруг взяла и придумалась. Такая хорошая, а спеть ее некому. Я побежала кому-нибудь ее спеть, а тут буря. Представляете? Все, думаю, пропало. И песенка пропала. Представляете? Никто не услышит. А тут звездочка ваша. Вот послушайте, какая песенка. Катится солнышко, желтый клубок. Я стучу копытами, цок-цок-цок-цок. Вот какая песенка утром прискакала. Можно петь с конца, можно петь сначала. А дальше? Дальше? Все. Все? Все, 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 все. Чудесная песенка. Вам правда понравилось? Да. Как хорошо, что ты нас нашла. Сегодня у меня самый счастливый день. И у меня. Мне так повезло. И песенка, и вы.